Идею создания на территории нашего региона межвузовского университетского кампуса мирового уровня презентовали губернатору Александру Гусеву. Перспективы появления такой площадки ректоры ведущих воронежских вузов обсудили на форуме проектной платформы, посвященной построению эффективной производственной системы региона. Столица Черноземья входит в пятерку субъектов России, где обучается наибольшее количество студентов. В 24 местных вузах грызут гранит науки более 100 тысяч человек. Треть из них – иногородние, 5 тысяч приехали из других стран. Чтобы число студентов множилось, нужна соответствующая база. Речь не только о местах проживания, но и о расширении научной деятельности. Территория, где можно строить кампус, пока не определена, но уже ясно, это точно не окраина Воронежа. А вот основное направление будущего межвузовского кампуса уже сейчас понятно – развитие аграрной сферы. Идею губернатор Александр Гусев поддержал. Он подчеркнул, что предпосылки для этого в области есть, а главное, есть возможность финансирования проекта со стороны региона. Для нас проект интересен, это проект не имиджевый, как там можно рассматривать, давайте построим, мы будем всем говорить, что у нас есть кампус мирового уровня. Это на самом деле та площадка, где мы сможем развивать нашу экономику, развивать наших людей, наших молодых ребят, студентов. У нас есть опыт создания кластеров, и по большому счету для того, чтобы объединить хозяйствующие субъекты, наверное, форма кластерная, она достаточно такая правильная будет. У нас и радиотехнический кластер есть, радиоэлектронный, и есть нефтехимический кластер. То есть мы знаем, как даже конкурирующие между собой предприятия объединять ради достижения каких-то общих целей. Поэтому здесь мы без сомнения сможем наших индустриальных партнеров в разных формах к этой теме привлечь.